вами. А ты пройди по кругу, у нас же арена цирка. Я вижу, у вас новая сцена. Это так круто. Не то, что раньше стоишь и не можешь поместиться. Да, здесь все как раз-таки очень комфортабельно. Привет, ребята, группа Quest Pistols. Я поздравляю тебя с днем всех девочек. А также всех девочек я поздравляю с днем 8 марта. Этот день весны и солнца пускай разожжет ваши сердца и подарит вам улыбки и прекрасное настроение. Но, если вы не послушаете нашу новую песню, тогда жизнь прошла ваша зря, и праздник не удался. Поэтому эти звездочки для вас. Ой, а вы можете исполнить танец любви? Вы же все-таки умеете? Конечно. Давайте, покажите. Но мы не будем. Ну ты так классно ногу задрал сейчас, очень красиво, но очень пластично. Вот это танец любви. Посмотри. Танец любви. Ты тоже можешь танец. Нет, я не могу. Ну, действительно, самая сумасшедшая группа, которая когда приходит, то в студии начинается сумасшествие. Расскажите, кого поздравили, какие подарки получили сегодня? Что? Это ты рассказывал? А ты лучше угадай, откуда вы сегодня приехали? А, из Киева. А как ты угадала? Потому что вы живете в Киеве. Запах! Она увидела подсказку! Да нет, запах, аромат, аромат сала. Киев. Фу, ты же знаешь, что мы вегетарианцы. О чем ты говоришь? Какое сало? Сало знаешь где? У тебя в трусах. Мамочки, мне... О, я все перепутал, прости, дорогая, прости. Ты такая, ну ты хорошенькая, да ладно, это все... В Украине это комплимент, да. Это комплимент. Да, что ты... Сало у тебя в трусах. Ну ладно, ну иди сюда. Закончился эфир. Все, теперь мы ее привели в порядок, она теперь снова, какое снова сало, хороша. Смотри, какое сало тут. Ну, нормальное, праздничное, хорошее. Не боли, что ты приняла на свой счет. Да ну, это же шутка, ты же всегда шутишь с нами. Я сейчас плакать буду. Да? Конечно. Тогда я соберу твои слезки. Давай, собирай мои слезки, а начнем с клипа, можно? А если будут еще слюни и сопли? Трудолюбие. ЦН. Посмотри-ка, дрожит человек, дрожит, потому что трепет он испытывает перед всеми миллиардами девчонок. Пак, открой глаза. Прикольно. Я прошу тебя прощения. На колени. Нет, никаких оленей, но прощения прошу очень сильно. Глаз. Просто я сегодня переволновался от того, что этот праздник, он очень сильно меня впечатлил. Он только сегодня тебя впечатлил? Честные глаза покажите этого человека, Антон. Покажите честные глаза этого человека. Он ведь не врет. Посмотрите, искры, звездные искры подтверждают. А закрой. И каждая, кто воспринял это вообще близко. Они как будто бы живые. Простите, да, сейчас заплачу. Живые звезды. Ребят, я поняла, что к этому празднику вы относитесь с особым трепетом. Конечно. Расскажите, что вы дарите помимо звезд с неба? Девчонкам дарите что-нибудь? Да? Песни. Песни? Да, точно. И пляски. Вот, и еще свист. Вот. Посвисти? Я не умею. А, ну как же ты дашь? Вот это было оно. Вот так вот и все подарки. Знаешь, что мы подарим? Что? Мы очень сильно хотели успеть подарить им наше новое видео на песню «Забудем все». Это наша новая песня. Но мы не успели. А она будет совсем скоро. Она будет 12 марта. Точно? Точно. Вот, 12 мантра. Да, 12 мантра состоится. Мантра. А что там такого, что вы выкинули в очередной раз? Я знаю, почему мы сегодня не запустили это видео. Почему? Потому что в этом видео я ссорюсь с девушкой и даже бью ее один раз. А, поэтому ты начал так. Поэтому, да, я решил, что нельзя сейчас это делать. Слушайте, когда мне предлагали застраховать свою жизнь, я отказалась. А ведь надо было это сделать. Группа Quest Pistols, люди, которые всегда непредсказуемы, и вот даже не знаешь, сломают ли мне ногу в этом эфире или нет. Мне кажется... Есть шанс, нет, ну да? Что такие, ты сама можешь себе сломать. Звездочки? Это звездочки, наверное, с твоего платья сыпались, да? Нет, с головы. Это звездная перхоть. Расскажите, пожалуйста, есть ли у вас... Это проблема. Это проблема, да, она у тебя на глазах сейчас. Есть ли у вас в жизни любимые девушки? У меня есть, поэтому не трогай меня. А если я буду продолжать? Не трогай! Мне потом нужно будет объяснять очень долго. А у тебя начнется лихорадка или сыпь, если я тебя буду... От твоей перхоти, да, возможно, началась уже, посмотри на его глаза. Смотри, да, но этот человек, с ним все ясно. А вот вы, расскажите, пожалуйста, девушки есть у вас? Знаешь, кто моя любимая девушка? Перхоть. Украина! Ого! Моя любимая жинка!
Женщина! Давайте передадим привет этой женщине, она нас смотрит, я знаю, много зрителей там у вас есть. О, нет, да. Нас вообще не любят, на самом деле. Вас не любят? Да. Нас больше всего любят в Австралии, но туда не приглашают почему-то никто, потому что интернет-контента им достаточно. Серьезно? Ну, тогда я покажу вам человека, который тоже из Украины, но его почему-то там любят. И хотя, я говорю почему-то, я знаю ответ. Знаете, почему Янукович, его любят? Янукович, Виктор? Нет, это другой человек, это очень сексуальный Аркадий Лайкин. Пистолс у нас в студии, ребята с потрясающей энергетикой, от которых фонтаном просто исходят флюиды, и все ради вас, ради женщин. Смотрите, какой мачо-мен лицо сделал сейчас. А здесь, посмотрите, торс, это качок. Мышцы, знаком. Аполлон, согни, надуй, во, икру. Согни, надуй икру, что ты сегодня пила? Я сегодня еще не пила. Согни, надуй икру. Ну, а Антон, человек с потрясающе острым язычком, хочет подарить мне что-то? Я тебе дарю очень-очень дорогой мне подарок. Я его сделал сам своими руками. Правда? Что это? Это веретено? Это iPad mini. iPad mini! Спасибо огромное, Антон! Надеюсь, я поддерживаю его качественно. Но если ты не против, я его передарю нашим зрителям. Конечно, пожалуйста. Это не такой уж дорогой моему сердцу подарок. Да, я хочу, чтобы ты поделилась этой любовью со всеми зрительницами. Ты знаешь, любовью поделюсь со всеми зрительницами, а вот подарок отдам одной из них. Те же самые правила. Пришлите слово «праздник», и если ваша смс-ка окажется 8-й по счету, мы вам перезвоним, и вы окажетесь здесь в студии. Ребята из Quest Pistols вам прокричат прямо в ухо поздравления, и, конечно же, очень легко вы заберете. Подожди, да? Так просто? Немного два iPad'а. Это не мне, да, ты хочешь с кем-то смотреть? Это очень просто. Иди, кидай, это очень просто, вы знаете? 5742. Это номер. Пишешь праздник, и если 8-м окажешься, давай, ты пишешь, давай, напиши. 57, это очень просто. 5742. Слово праздник. Секунду. Это очень слово просто. Праздник. Но еще проще просто забрать его у тебя, и никаких смс-ок. А у меня киевский номер стоит, 5742. 5742, он правда пишет смс-ку, пишет слово праздник. Праздник. На русском. Праздник. Не, праздник. Без буквы Д, просто праздник. Нет, у тебя двойка. Все правильно. Праздник. Праздник. Нет, праздник. Не презик? Я... Да это iPhone все время исправляет, я писал праздник. С этим словом, вряд ли он выиграет. Я не выиграю. Еще один клип группы Quest Pistols, пока ребята пытаются выиграть наш мини-iPad. Вот он! Сейчас рассказывали сейчас ребята, конечно, о том, чем их измазывали вот этой вот черно-коричневой массой. Не буду передавать все эти слова, которые я услышала сейчас. Ну а у нас сейчас очень ответственный момент. Мы обещали... Что с тобой, пот? Да. Понятно, я чувствую это. Я волнуюсь перед тем, как ты объявишь, кто же выиграл этот iPad. Ну, начинает трястись, потому что сейчас мы с вами вместе будем кричать «поздравляю!», потому что одна прекрасная дама, которая проживает в Оренбургской области, она написала слово «праздник», а оказалась 8-й по счету. Кричим! Раз, два, три. Поздравляю! И звезды специально для опять, вас. Опять твоя перхоть. Опять что происходит? Все с ней купи шампунь. Ну что, кого же мы поздравляем? Мы сейчас узнаем имя, набираем ей буквально через пару секунд. Да, пройди. Девушку с номером 5. А это музыку нужно какой-нибудь. Вот такой вот замечательный подарок. Девушку с магнитофон. Пускай ее будут звать Алена. Екатерина ее что? Зовут. Да. Екатерина. Ее зовут Екатерина. Екатерине сейчас дозванивается наш редактор. И Кате можно кричать уже. Катю! Катю! Катя, в этот прекрасный день ты получила сразу несколько подарков. Во-первых, iPad. Во-вторых... Мини. Да, во-вторых мини. Нет, а в-третьих, наше внимание. Вот! Да, и 8 марта... А вы это вообще в курсе, что Катя сейчас прекрасно. На связи, не на связи, может, ее даже нет, мы ее не Катя, слышим. Это... Она на связи, и Катя, плюс ее еще слышат в телевизоре. Это открытка для тебя, там внутри будет все прекрасно. Мультики мы загрузили. Катя, ну подайте знак того, что вы счастливы, прокричите нам что-нибудь. Конечно, счастлива. Конечно, коробка конфет. Это же классные конфеты. Катя, скажи, пожалуйста, какая тебе песня вообще, в принципе, больше всего нравится? Из творчества Quest Pistols. Нет, просто. Какая? Ну, мне в принципе, вообще нравится творчество Quest Pistols. Ты так красиво мне нравится. А вот напойте нам кусочек. Если хорошо споете, iPad заберете. А я не умею петь. Ну ничего, вот, ребята, думаете, мы тоже не умеем. Давай, все нормально, все свои. Ну ладно, тогда нормально. Давай. Ты так красива, невыносимо, рядом с тобою быть нелюбимым. Невыносимо, правда. Же. Спасибо, Катя. Быть апельсином. Да, там быть апельсином. Кать, ну что, наши аплодисменты, Катя. Мы говорим вам спасибо не только за то, что вы
сегодня спели нам, ну и за то, что вы родились женщиной, хорош хлопать. А, и мы вам говорим, процветайте, расцветайте, улыбайтесь и чувствуйте себя самой счастливой на свете. Большое спасибо. Конечно, добавим. Добавим. И пусть лучи жаркого солнца прожгут твое юное тело, и ты превратишься в бутон, который распустится летом и будет пахнуть, как фиалка. Ой, спасибо большое. Спасибо большое, Катюша. Распускайтесь во все стороны. Прямо сейчас хочется показать тизер группы Quest Pistols, тот клип, который мы будем презентовать 12 марта, совсем уже скоро. Так что можем пока что приоткрыть тайну. Посмотрим? Давай. Да, одним глазком. Супер, отличный тизер. А выглядит как саундтрек какому-то фильму и нарезка из кино. Ребят, у нас есть 20 секунд на то, чтобы попрощаться, хорошо радоваться. 10 секунд. 9. 8. Всем спокойно, с вами были Quest Pistols. Все хорошо, всех с 8 марта. Наконец-то он заговорил. А я прощаюсь или нет, как вы думаете? Да, спасибо огромное, девчонки. Мы за